13 апреля Казанский университет посетила обширная делегация Сколковского института науки и технологий во главе с ректором вуза Александром Кулешовым. Основной темой обсуждений стала возможность сотрудничества между КФУ и Сколтехом, в рамках которого рассматривается возможность создания одной из первых программ по направлению фотоника и квантовые материалы. С вами-то интересно работать в каком плане? Во-первых, вы и не рановская структура, и не государственная структура, да, но структура, которая нам близка по духу. И, кстати, Казанский университет был выбран представителями Сколковского института не случайно, ведь именно здесь сконцентрирована богатая история исследований. Я совершенно откровенно говорю, я приятно удивлен, мои коллеги тоже. Знаете, я как администратор, когда я калькулирую, начинаю и понимаю, сколько это стоит, я должен вам выразить респект и почтение. Вы, конечно, молодцы. Программа «Фотоника и квантовые материалы» является очень перспективным направлением. Однако в нашей стране наблюдается существенная нехватка специалистов в этой области. В течение деловой встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве. К слову, одним новым направлением партнерства вузов в данной сфере ограничиваться не будет. В ближайшие планы также включены разработки совместной программы «Квантовые материалы. Физика твердого тела». Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что оба образовательных проекта практически готовы к запуску. Кроме того, существуют перспективы, что сотрудничество двух вузов найдет продолжение и в других направлениях. Например, биотехнологии и инженерные науки. Аделя Шемилова, Роман Самарин, Универ Ньюс.